Значит, насчет региональных властей. Мне посчастливилось очень много и достаточно долго, много неправильно работать в регионах. Ну, я вот в частности работал в администрации Красноярского края, когда туда избрался Александр Геннадьевич Хлопонь. И у меня, как у москвича, конечно, на это, значит, свой взгляд. Ельцин же уже сделал в 91 году, когда фактически распался Союз, и берите полномочий столько, сколько хотите. Это глупость. И так нельзя. И я убежден, что сейчас руководству страны хватает ума и сообразительности не позволять вот эти распальцовки на местах. Конечно, и это историческая необходимость. Москва, столица огромной страны. И пускай в регионах там рассказывают, вот, Москва нас все забирает. Это, я говорю, пожалуйста, берите полномочия. Ну, тогда содержите милицию, платите пенсии, армию, в космос летайте, ездите на международные переговоры. Пожалуйста. Только на что? Хорошо, Красноярский край может себе позволить. А Новосибирская область дотационная. При том, что там Наукоград, она большая и цивильная, но она дотационная. Пожалуйста, и что? Не будешь слушаться Москву, не получишь бабла. В свое время, опять же, Москва, матушка, отправила Ермака. Дала ему войско, бабло и так далее и тому подобное. И сколько крови пролито было, и так далее и тому подобное. И потом, опять же, на бабки из Москвы строили эти города. А сейчас они говорят, мы сами себе режиссеры. Так не бывает. И не должно быть. Сам себе режиссер, пожалуйста, на тебе, сидит у меня приятель на берегу, за бесценок купил себе этот пионерлагерь на берегу Обского моря. Сидит такой, вот я хочу жить в Сибирской республике. Ну так ты же знаешь, ты за 10 рублей купил пионерский лагерь огромный, сделал из него базу отдыха и понимаешь, бабло. Еще там не платишь налоги и так далее и тому подобное, а он хочет жить в Сибирской республике. Живи! Но мы оттуда уйдем, туда сразу придут китайцы. Пускай учат китайский язык.